Ну, это почти детективная история. Когда Майк умер, собственно, как это произошло, он последние там, в последнее время, я сейчас уже не вспомню какое, тут так по датам реально не вспомнить. Мне так кажется, что это было несколько месяцев. Кстати, есть же видео, где вот группа «Зоопарк» восстанавливает записи Виктора Цоя. Есть такое видео, кстати говоря, сделанное. Ну, там тоже детективная история. В общем, неважно. Я тогда как раз восстанавливал вот эту запись Цоя. Эдита Станиславна Пьеха предоставила нам студию свою для этого дела. Ну вот. Марьяна сказала да-да-да, Марьяна Цой, и уехала там на все лето на юга куда-то там ускакала. Я тут один, как этот самый, бежусь, ну вот. И с Майком тут проблемы тоже эти начались, там, что, ну, личные у него проблемы, он переживал, и как бы не мог я приятеля тут своего бросить, ну, это же понятно же. Ну вот. Я его позвал звать жить к себе. Позвал его жить к себе домой. Вот. Майк переехал, взял там книжки, не книжки эти, свои там эти тетрадки всякие, там бумагу, еще там что-то. Вот, ну и жил здесь, собственно говоря. И вот здесь вот начинается непонятная штука, потому что некоторые люди, которые к нам тогда заходили, говорят, что, а я вот заходил такого-то числа, причем это все близкие, и майковские знакомые мои тоже. Вот Майк у тебя уже жил, а я и не знаю там, сколько он жил. Не могу даже сказать. Ну, там какое-то время, там пару месяцев. Вот. А потом поехал он к себе домой. Проверить, пришли ли ему деньги на сберкнижку авторские. Чтобы не быть голословным, сберкнижка Майка хранится у меня вон в том, вот в том ящичке, где зеркало. Можно посмотреть. Да, вот посмотрите, какие он миллионы, миллионы, миллиарды зарабатывал.